Пенсионный фонд России с 1 июля начинает прием заявлений на новые ежемесячные пособия беременным женщинам и семьям с детьми от 8 до 16 лет включительно. Подать заявление можно будет на портале госуслуг или в клиентской службе пенсионного фонда по месту жительства. Беременная женщина имеет право на ежемесячные пособия, если она встала на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности – до 12 недель. Важным условием для получения этого пособия является общий доход семьи. По правилам, он не должен превышать размер прожиточного минимума на душу населения в Республике Адыгея – 9 779 рублей. Размер выплаты составит 50% прожиточного минимума трудоспособного взрослого гражданина в нашем регионе – 5 202 рубля. Ежемесячное пособие будет выплачиваться с момента постановки на учет, если заявительница обратилась в течение 30 дней с даты постановки на учет или с месяца обращения, если заявление подано после этого срока. Ежемесячное пособие на каждого ребенка от 8 до 16 лет включительно выплачивается единственному родителю, законному представителю в случае, если ребенок остался без попечения единственного родителя или обоих родителей в связи с их смертью, но только если ребенок не находится на полном государственном обеспечении. Родителям и законным представителям ребенка в случаях, когда в отношении такого ребенка есть судебное решение о выплате алиментов вторым родителям. Сумма такого пособия составляет 50% прожиточного минимума ребенка в Республике Адыгея или 5030 рублей в месяц на каждого ребенка. Оба пособия назначаются с учетом комплексной оценки нуждаемости, которая подразумевает оценку доходов и имущества семьи. Доход семьи не должен превышать размер прожиточного минимума на душу населения в Республике Адыгея – 9779 рублей.